Видеоотчет о нашем путешествии. Ребята, кто мы? Команда. Отлично. Наташа, ну-ка расскажи что-нибудь, что ты знаешь? Это собор святого Олафа. Наверх можно на башню вот туда подняться, всего лишь за 2 евро. А в самом соборе иногда играет органист. Тетенька, кто такой святой Олаф? Кто такой Наталья Николаевна? Кто такой святой Олаф? Это вы прочитайте буклете за 10 евро. Выключите дяденьку. Маленьких ничтожных людишек. Ну что, вы купили мне билет? А зачем ты целуешь телефон? Дурак ты! Нам, к сожалению, не удалось сегодня попасть в собор святого Олафа, ибо он закрыт. Да, приедем сюда 1 апреля. Окей. На открытие. Открытие. Откроем, так сказать.